Не словом, а делом. Прославленный спортсмен Владислав Третьяк – постоянный гость реабилитационного центра «Подсолнух» в Засвияжье. Накануне Нового года он навестил воспитанников центра, принял участие в праздничном мероприятии и вручил каждому ребенку сладкий подарок. Желаю всем в Новом году удачи, исполнения всех желаний, потому что Новый год – это как бы мы оглядываемся в прошлое, будущее и настоящее. Поэтому объединяет Новый год все. Вот. И, конечно, это сказочный день, который мы очень любим. И вот скоро уже вступим в другой год. В разные годы при непосредственной финансовой помощи спортсмена и политика в учреждении были приобретены спортивный инвентарь и оборудование. В этом году «Подсолнух» обзавелся теплицей. Люди с ментальными нарушениями здоровья проходят в центре реабилитации трудовую адаптацию к рабочим профессиям. Поэтому теплица пришлась кстати. Сейчас в ней выращивают собственные овощи, комнатные растения и цветы. То есть они маленькие-маленькие и уже взрослые растения. То есть мы изучаем полный цикл, как растут фиалки. Там главное, ребят, занять. Да. Владислав Александрович с большой теплотой рассказывает о взаимодействии с реабилитационным центром. Всячески старается оказывать поддержку детям и людям с расстройствами аутистического спектра. Также Третьяк горячо поддержал идею сделать 2021 год в нашем регионе годом детского спорта. Мы очень хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими. Тем более после этого года знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы, как Родина, Карелин, много можно перечислять, которые наверняка приедут в Ульяновск, будут в других городах нашей страны давать мастер-классы, и хоккеисты сюда приезжают, и я буду давать мастер-класс, конечно, хоккеистам. Воспитанники центра в ответ подарили гостю гончарные изделия и поделки из дерева, сделанные собственными руками, а также сделали совместные фотографии. Антон Никонов, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.